Отзывай его, барбанщик,
запалочка, седых мазурка парочка, как девочка, брюнеточка, девчонка просто глазой бока, с ума ты сходишь мальчика, а за легко барабанщика, твоих негодных пальчиков, чтоб сосчитать всех нас, а ты, а ты запалочка. Красавица, да, парочка, как деточка, брюнеточка, ты четко просто глаз, с ума ты сходишь мальчиком, позорником, под мальчиком, двоих не хватит мальчиков, чтоб сосчитать всех нас, чтоб сосчитать всех нас, йо-йо-йо, чтоб сосчитать всех нас. Также приглашаем участников третьего заезда на парад представления. Квиз в честь столетия со дня подписания приглашения о советской автономии Паши Черепа. Под первым номером дебютира выступает мастер-советник Витя Пичтулин. Под вторым номером Кисминец выступает наездник первой категории Василий Слепов. Под третьим номером Челентана выступает мастер-советник Виталий Тихонов. Под четвертым номером Ниссан выступает наездник второй категории Дмитрий Пастухов. Под пятым номером Аргунец выступает наездник второй категории Наталья Степнина. Под шестым номером Апельсинка выступает мастер-наездник Александр Пищенян. В третьем заезде участвует 6 лошадей. Первый номер Лебутия Росте, второй номер Эсминец, третий номер Ченстан, четвертый номер Ниссан. Пятый номер Аргумент, шестой номер Апельсинка. Дорогие друзья, ваши бурные аплодисменты нашему единственному участнику. Thank you.
Машина занимает исходную позицию. Будет включен таймер и дам отсчет времени. Разбирается по номерам и будут заниматься рестартовый порядок два машины стартера. Повторяю, первый номер Сибирь Сверхенте, второй номер Сельтини, третий номер Челентано, четвертый номер Кинта, пятый номер Аргумент, шестой номер Апельсинка. До начала движения старт машины осталось 40 секунд. До начала движения старт машины 30 секунд. До начала движения старт машины 20 секунд. Заезды, которые к старту, старт будет там, на противоположной прямой. 15 заездов, 1600 метров. Первый номер будет первый второй номер третий номер Черетан, четвертый номер Кисан, пятый номер Аргумент, шестой номер Апельсинка. Внимание на противоположную прямой, внимание на старт. Итак, дам старт третьего заезда приз в честь столетия со дня подписания соглашения Советской автономии Башкирии. Отбоился ансамбль Челентано, сбоит Весна, всех повела Апельсинка под управлением мастера наездника Александра Машинца. На втором месте Аргумент. У Челентано проскачка по дистанции, на третьем месте Эсминец. Далее Весан и замыкает прибыль ПРСТ. Участники заезда проходят левый поворот, подходят к отметке первой четверти дистанции. За 35,2 крови на первой четверти дистанции
Всех везет апельсинка. Всех везет апельсинка, мне плохой подъехал в Киеве, кричал у меня. Товарищ, я немного пришел, все еще скажу, через камеру, помогаем тебе первый тест. В борьбе пошли. Участники 5-го заезда разбираются по номерам, будут занимать стартовый распорядок согласно номерам за старт машины. А до начала движения старт машины осталось 33 секунды. До начала движения старт машины. Через 10 секунд старт машины начнет движение. Участники 5-го заезда разобрались по номерам. Первый номер новый, второй номер 2-4, третий номер час, ЛЧ, четвертый номер «Анзай», пятый номер «Колыстей», шестой номер «Фейс Мафия». Участники 5-го заезда готовятся к старту. Старт будет там в противоположной прямой. Внимание на противоположную прямую. Готовятся к старту участники 5-го заезда. Внимание на старт. Дан старт 5-го заезда, призов в честь природно-исторического памятника Башкирии Шиханы. А старт возглавил без третий номер час Блэк-Че. Объект Павел Рогдай под управлением мастера-наездника Дмитрия Кочетулина. На втором месте участники проходят левый поворот. Бег ведет Рогдай. Подходит к отметке первой четверти дистанции. За 32,3 секунды пройдена первая четверть дистанции. Участники 5-го заезда проходят перед трибунами. Лидеры заезда 4-го номер Рогдай. И тут же Фейс Мафия. Борьбе за первый тут Фейс Мафия Рогдай. Небольшой просвет в час ЛЧ. Далее ЛСИ. И отстали ЛСИ Дэйли Чей Новый. Объект ведут в борьбе Рогдай и Фейс Мафия. Рогдай под управлением мастера наездника Дмитрия Кучедурина. И Фейс Мафия под управлением наездника первой категории Владимира Пахмова. Пройдена вторая четверть дистанции. За 31,6 секунды пройдена вторая четверть дистанции. Лидеры заезда оторвались от остальных участников. Рогдай и Фейс Мафия. Борьба за первенство. Чуть впереди Фейс Мафия. Свою новость. Фейс Мафия чуть впереди тут же Рогдай проходит отметку третьей четверти дистанции. За 31,4 секунды пройдена третья четверть. Участники 5-го заезда выходят на финишную прямую. Борьбе Рогдай и Фейс Мафия. Сбоит на финишной прямой Фейс Мафия. Вперед выходит Рогдай. Рогдай под управлением мастера наездника Дмитрия Кочетулина уверенно на финишной прямой. Заканчивает 5-й заезд. Финиширует 4-й номер Рогдай. Победитель 5-го заезда. Второй финиширует 6-й номер Фейс Мафия. Ждем остальных участников 5-го заезда. Заканчивает дистанцию 3-й номер час ключи, 5-й номер 47. И последний участник. Последний участник заезда, 2-й номер Фейс Мафия и 1-й номер Фейс. Через несколько минут будут отложены результаты 5-го заезда. Спасибо, Сергей. Спасибо, отличный заезд. Посмотрели нам на нашим участникам. Я передаю слово. Я передаю слово на площадку. Здесь сейчас мой коллега Антон Никерин будет проводить розыгрыш подарков от компании «Динамо».
Москва, а также группа компаний «Ваша Автоком». Антон, прошу тебе слово. Денис, спасибо большое, друзья. Ну что ж, настало время немножечко отвлечься от наших гонок и поучаствовать в розыгрыше призов. Пожалуйста, подходите, где наша стоит замечательная машина, красивая Сузуки и наш охотничий салон «Тотал» и «Динамо Уфа». Сейчас начнется розыгрыш призов. Мы всех ждем, всех тех, кто принимал участие, так, аккуратненько, всех тех, кто сдавал лотерейные билетики, получал лотерейные билетики. Идемте, подходите. Сейчас наши партнеры будут разыгрывать замечательные подарки. Давайте я немножечко.